Друзья, всем привет! Если вас беспокоят трещины на пятках, я вам покажу отличные средства, которые можно приготовить очень-очень быстро из доступных средств, и результат практически за ночь. То есть наносим это средство на ночь, утром смываем, и от трещин не остается и следа. Для его приготовления нам нужна пищевая сода, оливковое масло, зубная паста обычная и сок лимона. Как приготовить? Берем оливковое масло 2 чайные ложки в посуду. Сюда добавляем 1/2 чайной ложки пищевой соды, 1 чайную ложку зубной пасты, 1 столовую ложку лимонного сока. Можно взять сок свежевыжатого лимона. Начинается бурная реакция. Тщательно перемешиваем, чтобы ингредиенты смешались между собой. И средство готово. Теперь берем это средство, наносим на трещины на пятках, делаем массаж в течение 50 минут, затем целлофан, носочки и оставляем на ночь. Утром встаем, смываем, смазываем питательным кремом, и сразу у вас трещины пропадают. Так что обязательно попробуйте, это вообще замечательное средство, удаляет трещинки, если они у вас только появились, или они у вас уже давно, быстро, просто и без всяких проблем. Друзья, напишите, пожалуйста, под видео, как вы убираете трещины на пятках, будет интересно почитать. А на этом я хочу с вами попрощаться, до следующей встречи, всем пока-пока!